Я могу сказать с позиции буддизма. Если человек хочет встать на духовный путь совершенствования, он не может, в принципе, сразу избавиться от своих пороков. Поэтому, когда человек встает на путь, принимает на себя заповеди, которые пытаются их соблюдать, он борется в первую очередь с самим собой. И в этом плане тех и людей, священнослужителей, и многих других, их с позиции нашей буддийской церкви нельзя винить.